Всем привет! Рубрика «Вопрос дня». Кто из французских президентов перевел Евгения Онегина на язык Мольера? Дважды занимавший Елисейский дворец, друг Пушкина и Путина, как однажды язвительно о нем отозвалась французская пресса, Жак Ширак. Шираку в юности крупно повезло с учителем русского языка. Им был бывший царский дипломат, перебравшийся во Францию после революции, Владимир Биланович. Он стал Шираку и старшим другом, и прекрасным проводником в мир русской культуры и языка. Примерно в 20 лет Жак Ширак переводит Евгения Онегина на французский язык и посылает свой перевод в издательство. Издательства отказывают. А вот когда Ширак становится премьер-министром, они приходят к нему сами. Но было уже поздно. Отказался сам Ширак. Yeah.